Он из поколения Варю, странное правительство Варю, блядь, тварь. Если вы честно обладаете, вас обязательно обчистят. Не говоришь, я владаю картинкой, по ней даже если будет $1 000 000, они все равно зацепят. Вот, момент, вот почему мусульманские женщины, лисы, не выходят из дома. Абсолютно правильно. Это правомерно. Потому что обчистят на все, чем они обладают. Женственность, там красота, здоровье. Это географически, как страна России стала исламской, все понятно. Это последнее поколение, как выходит из города. Вот у них шейка закрыта, у них сиськи закрыты, ложки закрыты. Они всего боятся, кривые, как они в сексе вообще справляются. Не могу понять, но это последнее поколение. Следующий живут в школу. А в Германии разрешили, блядь, ходить туком, 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 блядь, пораньше. А почему фрау Меркель, блядь, остальные придурки разрешили? Спросили, то тоже самое. Давайте вы проходите, тоже объясните мне те же синдромы. В любой стране, в принципе, в любой конфессии. Это мой муж, значит, на больше, а вы должны, там, какие-то путевые.